Как доказать эволюцию человека? Эволюцию вообще не отдельно человека доказывать не надо. Нужно доказать вообще факт эволюции, а это факт. И доказать его очень просто. Эволюция зиждется на трех китах. Первое. Наследственная изменчивость или мутация. Объективная реальность. Мутации происходят с ДНК, с хромосомами, с генами. Это все знают. Второе. Борьба за жизнь или конкуренция. Очень просто понять то, что в природе и в человеческом обществе, и в живой природе идет непрерывная конкуренция между организмами, между видами там, за ресурсы жизни. Третье. Отбор, ребята, каким образом человек вывел столько пород и сортов? То же самое делает природа. То же самое делает природа. Преимущественно размножаются и выживают наиболее приспособленность. То есть те, кто выиграл борьбу за существование за счет полезных изменений в их генетической структуре. Только и всего. Три кита. Борьба за существование, вернее, наследственная изменчивость, борьба за существование и естественный отбор, который осуществляет среда. Взаимодействие этих трех компонентов или трех двигателей эволюции неизбежно приводит к тому, что один вид начинает рано или поздно порождать другой или несколько видов. Вот и все.